Я эту тему раскуривал. Всем привет! Вы смотрите видеоролик, как я в первый раз курю кальян. Блин, может, не так слово выговариваю. Кальян. Такого ролика у меня вообще не было на моем канале. Последнее время я стараюсь на разные темы снимать. Не просто мини-прикол или... Ну, мои старые подписчики знают, о чем я обычно снимаю на своем канале. Но я стараюсь какое-то делать разнообразие. И такого ролика у меня реально еще не было. И я никогда не курил кальян. Но это не значит, что я не знаю, что такое кальян. Или я не видел вживую. Мне один раз предлагали покурить кальян. Но это было очень давно. И я отказался. Я просто не хотел курить. Вот. Просто те люди, которые курили кальян... Ну, мои знакомые, но это было очень давно, то они там вроде курили какую-то траву, и я испугался, и мне не захотелось, чтобы у меня там крыша поехала, или мне стало плохо, и все в таком духе. Хочу также в этом видеоролике передать большой привет моему подписчику Данилу Гришин. Он мне дал, в общем, этот кальян, который вы, в общем, видите. Вот коробочка, фольга, тут я еще взял заранее спички. У меня есть одна неприятная ситуация, ну, о ней не хочу говорить, просто я хотел кальян, ну, как бы взять у другого человека, но он меня стал почему-то игнорировать, и тут мне Данила пишет, что у меня есть, в общем, вот такой вот кальян. И я у него, в общем, взял на прокат. Просто зачем ради одного видео мне идти в магазин и тратиться полностью на кальян? Ну, для меня это слишком будет дорого. Ну, чтобы вам честно сказать. В общем, один раз я покурю, сниму это на видео и думаю, к этой теме больше не вернусь, как я в первый раз, в общем, курю кальян. Хочу, в общем, открыть эту коробочку, посмотреть, что внутри. Ну, я уже видел, вот видел, но просто вам покажу. Вот, открыл эту коробочку. Значит, здесь вот такая вот штуковина. Ну, кто из вас, в общем, курил кальян, я думаю, без меня знает, что это такое. Просто забыл сказать, что у меня есть подписчики, которые курят кальян, в общем. Дальше тут... Вот такая вот типа вазы. Вот, ну сюда просто я смотрел один видос, как делать кальян. И сюда, в общем, наливается вода, либо другая жидкость. Ну, кто делал, тот знает, в общем. Сюда, получается, ложат этот табак. Так, здесь вот такой вот, ну это типа, ну кто курил кальян, в общем, знает, что это такое. Я еще у Данилы спрошу. Так, вроде какая-то инструкция по кальяну. Так, что у нас тут? Так. Чем-то вкусным пахнет, как будто варенье. Так. Так, это я не знаю, что такое. Напишите это в комментариях. Ну, начав, ну, уже смотрев это видео. Чем-то пахнет, но что-то для меня пока не знакомое. Так, и... Я так понял, это уже есть табак. Вроде как бы табак, но чем-то сладким пахнет. Наверное, я что-то путаю, но... Табак вроде, ну как варенье. Блин, наверное, самое смешное вот это. Может быть, и в дальнейшем будет что-то смешное. Просто с этим я не знаком. Может, это реально специальный какой-то табак. Ну тут
Дэвини на Дисни плавшу веже слимники Ирс Мекетая. Дэвини с Мекаема табака у Дэнс Пипен. Ладно, неважно. Просто у Данилы спрошу. Пока буду, в общем, этим всем заниматься. Конечно, я это не буду снимать, как я это собираю весь процесс. Потому что это слишком, ну, емкий процесс. Я лучше уже дойду до того момента, когда уже будет все готово. Тогда я и продолжу дальше. Я, в общем, все приготовил и был уверен на все 100%, что у меня все получилось. На видео вы видите, что это черный уголь, и люди, которые уже давно курят кальян, они знают, что это черный уголь или просто уголь, и он ложится сверху. А я думал, что этот черный уголь или просто то, что вы видите, я думал, что это и есть табак, но это, мне кажется, еще дальше будет смешнее. В общем, кальян я приготовил. Для меня первый раз это непривычно. Ну, вы будете смеяться, мои старые подписчики, может быть, новые. Ну что ж, буду пробовать. Бля, не понимаю, почему дыма нету. Блядь, смешно, идиотско. Так, я переснимаю этот момент, потому что я не понимаю, почему дыма нету. Обычно дым тут и... Блин, я в такой идиотской ситуации, дыма нету. Окей, еще буду решать. Итак, у меня все-таки получилось. Ну, мне один подписчик написал, что я не... так, типа, делал, но он скинул мне один видос, как правильно делать. Вот, и мне это помогло. Ну, не так эффектно, но помогло. Я вернулся, короче, у меня получилось, но сейчас, возможно, пока я эту тему раскуривал, уже, может быть, дым пропал, ну, уголь остыл, но мне просто один подписчик скинул один видос. Ну, мне в директ в Инстаграм говорит, вот как ее надо делать в одном видосе. Я так и сделал. Просто этот уголь, вот этот вот уголь, я думал, это и есть табак. Вот. Я думал, это и есть табак. А это, оказывается, просто уголь. А табак, это, оказывается, это и есть табак. Вот этот, ну, варенье, которое я... ну, рассказывал у себя в Инстаграме, в сторис. Блин, конечно, я выгляжу сейчас как идиот, потому что, ну, понимаете, в первый раз, короче, никогда не курил кальян, и как это делать, я не специалист. А люди, которые курят кальян уже, ну, давно, или вы знаете, как это делать, а мне... ну, как-то не очень. Но сейчас я по поводу этого не комплексую. Сейчас буду пробовать дым пустить. Но я не думаю, что сейчас что-то эффектное получится. Ну, эффект получился, но не настолько, как я это обычно видел. Не только в Инстаграме, и в Ютубе. И просто дым прям такой. Да, дыма практически уже нет. Ну, эта часть горячая. Ну, она горячая. Сейчас попробую этот уголь, короче, чтобы горячий был. Там, короче, я, ну, забил этот, это варенье по виду. Этот табак. Не, чуваки, уголь остыл, короче. Ну, пусть будет видео такое, какое оно есть. Я как новичок. Ну, как получилось, так получилось, да. То есть, и... не, эффект был, поверьте мне, эффект был. Вот, возможно, это будет смешной ролик.
Вот, ну смешнее всегда я такой смотрю. Смотрю, повидло. Нет, я просто все тонкости не знаю, да, кальяна. И, наверное, больше к этой теме не вернусь. Просто хотел попробовать, как это. Вот. Ну, просто знаю, что, да, в общем, ложится это повидло или варенье. Сверху ложится, в общем, этот уголь. Но он должен быть горячий. И ты и упускаешь этот дым. Вот. Ну пусть такое, ладно, будет видео, как неудачное, но я думаю, что это, к этой теме я уже больше не вернусь. Вот. Хотел еще поговорить про другой табак, но, наверное, не буду говорить. Вот, так что ждите следующий видос. Всем спасибо, кто смотрел. Я первый раз курю кальян, но это как-то неудачно. Вот, кто-то смеется, наверное, или грустный. Но я не думаю, что вы грустный после просмотра такого видоса. Но я обращаюсь к тем, кто курил уже кальян и знает, как это делать. Вот. Я не знаю все тонкости. Я здесь новичок в этой теме. Вот. Ставь лайк либо дизлайк. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.